Говорят, что 25-го вас обратно должны. Я думаю, должны. Мы вот, если честно, сегодня уже ехали, надеялись, что нас выводят. Но вот мы что-то заехали в деревню и встали здесь. Мы ушли еще назад на 100 километров примерно. Нам, в принципе, до Армянска, до Крыма осталось километров 70. Мы уже нормально назад двинулись. Ну, это вас в бригаду отправят или вы в Крыму будете? Они могут перегруппировку сделать и обратно. Хотя нас группировать уже не. Я говорю, вот ты когда вот в таких вот местах побываешь, ты только тогда начинаешь ценить, да чего, ты просто просыпаешься и думаешь, я живу, ну и чего? Ты мне скажи, там война хоть немножко утихает? Да. Я говорю, хоть немножко утихает? Да, наоборот, все хуже и хуже. Хуже и хуже? А вы там хоть не голодные, вы хоть кушаете что-нибудь? А почему нельзя тебе ничего говорить? Там прислушивают? Меня слушают. А? Меня слушают. Кто? Все. Как тебя могут слушать? Да я не могу ничего сказать. Если я уже приеду, я все расскажу. Когда? Когда? Что? Ну, когда говорят? Когда тебя отпустят? Ну, ребят, то есть война не закончится. А когда она, блин, кончится? Не знаю. Мы сюда приехали, у нас было человек 85, сейчас осталось у нас человек 30. Ты что, правда посидел? Не, пиздец, но... А? Не прям посидел. Ну, у кого-то там... Седые волосы появились. У кого-то, да. Представьте, видишь, каждый день трупа какого разрывается, ну как у головы нет, или как у там ног, тела нет. В смысле, это украинцы или это наших? Наших и украинцев. Человек просто заживо сгорает, знаешь. Байден, ты что говоришь, когда закончишь? А он не говорит об этом, он сейчас только там поливает грязью Путина. Ну, американцы заинтересованы, понимаешь? Я думаю, что, в принципе, вот эта вся ситуация и спровоцирована была на то, чтобы наши втянулись в эту войну, да, то есть и, так сказать, готовили украинцев, и чтобы втянуть нас в войну, да, то есть и чтобы мы надорвались и экономически полностью нас разрушить. Ну, потому что с экономикой сейчас очень все сложно. Пока, Димон, все идет по плану. По-хорошему американскому плану. Да. Еще полгода такой войны, и, в принципе, ты уже не сможешь вернуться в Россию, видимо, не будет. Ты только не забухай, ладно? Вот этого вот точно не надо. Да я-то, муж и подносе, пока буду ехать и буду пить, но дома я не знаю, как я буду себя реагировать. Ну как, нормально будешь? А что ты будешь, стягать будешь, что ли? Я постараюсь себя хорошо вести. Ты да ну нафиг, ты завязывай как? К психологу, значит, пойдешь? Да, если будет фишка ехать. Ты представляешь, воспоминания какие просто пойдут. Ну я знаю, но они же со временем все равно проходят. Да, вот именно, не всегда. Вот именно, зайка, не всегда они проходят эти воспоминания. Ну они совсем уйти не уйдут, это понятно. Но человек со временем успокаивается все равно морально, то есть он настраивается, но это если ты сам будешь стараться, то это быстрее это произойдет. Я и так стараюсь, зайка, и мне вот не надо, кстати, сон приснился, мы стояли, как бы, и помимо нас еще в другую сторону отправляют людей просто, представляешь, сон. Ну ты я вообще Алло. Алло. Что, спите уже? Да нет. Ты че? Да ничего. Так сидим пока что. Вот и сидите так пока. Не, ну сейчас мне звоните. Ну. Вы же свой телефон там оставились. Из телефона. Телефон что ли нашел? Телефон тоже нашел. Я тут в любую квартиру зашел, что захотел, то и взял. Все брошено, ага. Да. Ну, если вообще он в Барвихе, в этой украинской живем.
6000 я за 40 тысяч нашел. PlayStation 4, но я ее выкинул. Насколько? 80 тысяч гривен у меня есть. По-нашему это 240 тысяч чем-то, короче. Нифига себе. Ты что, у кого-то вообще по миллионам? В смысле? Кто-то приедет домой и ипотеку закроет, говорит. Надо тоже нормально денег поискать. Ищи. Тут не везде они есть. Их поменять потом трудно будет. Мне-то нельзя их менять. Ты будешь менять не сидеть. У меня комната стоимостью где-то около 300 тысяч рублей. Ну, уже. Давайте там еще плату какую-нибудь возьми, маску хорошую. А процессор какой у меня там? Ты меня спрашиваешь? Не, какой? 7-й? В интернете Ryzen 7. Цена Ryzen 7. Ryzen что? Цена процессора Ryzen 7. 7? Как? 3700X. 3700 че? 3700X. В районе 30-ки. Ну, это все нормально. Да, одна видеокарта и процессор, это уже 200 тысяч. Угу.